Белокаменно, величаво, ты, как чайка, паришь над волной. Быть России защитником права, предначертанное судьбой. Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою родину, свой народ и страну, свою землю и ее прошлое. Город-герой Севастополь. Его имя вписано в героическую летопись всемирной истории. Здесь каждая улица, каждый дом овеяны дыханием беспримерного подвига. За свою многовековую историю город часто оказывался в центре крупнейших событий. Его строило, защищало и воспевало не одно поколение знаменитых и безызвестных граждан. Мы родились и выросли в Севастополе. Хорошо знаем его окрестности, где так все дорого и любимо. История нашего города способствует воспитанию патриота своей страны. Человек будет любить свой край, его историю, если будет знать его прошлое и настоящее. На протяжении многих лет мы развиваем у учащихся интерес и любовь к своему городу, его природе, особенностям, историко-культурному наследию. Свою краеведческую работу мы строим в комплексе и ведем по нескольким взаимосвязанным направлениям. В первую очередь используем краеведческий материал в урочной деятельности на всех предметах, но больше внимания работе с краеведческим материалом уделяется на уроках родного языка, литературного чтения на родном языке, окружающего мира, а также при изучении модуля «Основы православной культуры». Нами разработана программа по литературному чтению на родном языке, в которую включены известные и малоизвестные произведения только о Крыме и Севастополе. С первого класса ребята знакомятся с курсом неурочной деятельности «Севастополеведение». Он охватывает изучение родного края с простых, близких каждому ребенку тем, до серьезных исторических. Здесь главная задача – задеть за живые струны детской души, дать им не только ценную информацию, а пробудить интерес к творческому саморазвитию. Разработана программа краеведческого кружка «Вместе весело шагать». В рамках кружка проходят встречи с воинами-интернационалистами, с ветеранами Великой Отечественной войны. Занимаемся исследовательской работой, готовим проекты, которые потом представляем на городских конкурсах. Наши ребята активно участвуют в городских и муниципальных творческих конкурсах стихотворений, эссе, декоративно-прикладного искусства, связанных с краеведением. При проведении краеведческой работы большое внимание уделяем экскурсиям, которые пробуждают у детей желание расширять границы своих познаний. Краеведческая работа в школе не должна ограничиваться рамками только одного учебного заведения. Еще одно направление распространения опыта – это участие в конкурсах методических разработок. В этом году мы стали победителями городского конкурса методических разработок по Севастополеведению и призерами городского конкурса методических разработок по курсу «Основы православия». Свои методические материалы мы размещаем на своих сайтах, сайте школы, педагогических платформах и форумах. Желание учителя открывать для детей новые горизонты порождает возможности гармоничного развития учеников. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Планируем продолжать нашу работу для того, чтобы наши ученики любили и уважали наш город так, как любим его мы.